них история похожа на сказку и достойна экранизации. Фалес много лет жил в Ташкенте. Однажды он приехал в командировку в Москву и здесь, как рассказывает, встретил свою судьбу. С Елизаветой он познакомился в гостях у подруги. И это была любовь с первого взгляда. Вместе Фалес и Елизавета идут рука об руку вот уже 43 года. Так красиво ухаживал, это вы даже себе представить не можете. Это была сказка. Сказка просто невероятная. Он с Ташкента прислал мне букеты роз, фрукты. Потом меня отправил в Ташкент, в Самарканд, Бухару. В горы ходили в поход. Это была романтика высшей степени. Светлана и Владимир Сукач познакомились в Волгограде. Их объединило общее дело – работа на оборонном предприятии. С момента свадьбы прошло около 60 лет. Теперь они счастливые пенсионеры. Рассказывают, что их секрет долгих взаимоотношений прост. Он кроется в уважении друг к другу и доверии. Я 55 лет отработал, она почти 50. У нас дочь одна, мы вырастили дочь, дочери 58 лет, двое внуков. Нужно самое главное иметь терпение и любовь. Вот эти два качества, которые смогут удержать на плаву в семье. В честь дня семьи, любви и верности семейные пары вместе с другими участниками клуба «Активное долголетие» отправились на праздничную прогулку на теплоходе. Я хочу сказать, что здесь сегодня пары, которые прошли уже очень большой путь своей семейной жизни. Здесь и 30, 35, 40, 45, 50 и больше. Это говорит о том, что выбран правильный капитан. Это говорит о том, что выбран правильный штурман. Семейным парам подарили украшения в виде ромашек. И не случайно этот цветок считается символом праздника, знаком душевной чистоты и красоты. Хочется пожелать всем крепкого здоровья. Они на самом деле, эти пары, они должны служить примером для нашего подрастающего поколения, потому что действительно семья – это что? Семья – это любовь, это верность, это семейные традиции. Организаторы подготовили для долголетов развлекательную программу. В круиз на теплоходе отправились 20 семейных пар. Юлиана Мазырина, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.